приятная, непричесанная. А ну скорее бери волшебные ушки. Происходит какое-то волшебство. Вау, Настя, какая ты стала красивая. А какой у тебя классный столик. Что у тебя здесь есть? Ауся. Расчесочка. А что в этой красивой коробочке? Какой блеск для губ. Намажемся? Да. Ой, как красиво. Очень. А что в этой красивой коробочке? Крем! Ну как тебе крем? Аманда. Ой, а как пахнет! Даре! Спрей для волос. Теперь волосики твои тоже будут ухоженные. Настя, ты видела, что за прекрасный набор у тебя еще появился? Приятная кисточка. Смотри, здесь есть цветные пряди, которые можно заколоть на волосы. Ты хочешь попробовать фиолетовый хайлайтер, да? Нет, это... Розовый? Да. Ну давай, мажь себе волосики, посмотрим. Что-то меняется? Попробуем розовым намазать. Да, оно придает сияние волосам. Какую прядь ты хочешь себе на волосики? Розовую такую давай. Они будут крепиться вот на такой маленькой заколочке. Так, куда же тебе ее поместить? Ну, покажись. Красота. Давай все оденем. Опа, мы одели все пряди. Ну, если честно, они такие немножко дурацкие, правда? Совсем не украшают. Даже наоборот. Остался еще один неизведанный ящичек. Открывай. Что там? Это браслет. Ой, красота. А что там еще было? А еще заколочки и резиночки. У нас еще с тобой 3 заколочки остались. Прикрепили их на голове. В общем, ерунда. А это что у тебя такое? Духи. Да? Вкусно пахнет? Да. Ура! Ставьте лайки, друзья! Кому понравился наш салон красоты от Ники? И смотрите наше новое видео слева. Всем пока! До скорых встреч!